Сучасна хореографія різнобічна, подеколи неочікувана, але дуже цікава своїми постановками. І зараз ми будемо говорити про хореографічне дійство, про театр танцю. І допоможе нам розібратися з цим і дізнатися, що ж відбувається за кулісами. Гість, який вже є у нашій студії, Олег Ніколаєв, художній керівник театру танцю. Театр танцю – це взагалі щось особливе. І ми раді вас вітати у нашій студії, пане Олеже. Добрий день. Добрий. Пригощайтесь чаєм, будь ласка, з холодом. Дякую. Отож, театр танцю, що це таке? Розкажіть про нього більше, будь ласка, і ось дайте зрозуміти, як може бути танець, представлений в театральному мистецтві? Чи навпаки, можливо? Ну, танець можна підрозділяти на кілька параметрів. Наприклад, танцювальний номер, да? Сольний номер, дуетний номер. Тобто є, як би, понятие номеров. Uh-huh. А театр – это подразумевает постановку спектаклей. То есть там тоже номерная система, но она объединена каким-то своим замыслом определенным и следует определенным драматургическим пути. А в данном случае вот мы сейчас начали. Театр у нас молодой. Угу. Ми тільки-тільки почали, ми ще... Але ж ми мало знаємо взагалі таких хореографічних театрів, можна сказати. Ну, чому? У нас багато в Дніпрі. «Золотой ключик», вот, в театрі угу. Горького базується. Є колектив, я не пам'ятаю, як він називається. Угу. Домі, ну, є, так, є. В Домі піонерів, в Дворце піонерів. Ні, вони є. Несколько таких театрів, і вони вже з большой за плечами... истории и большим количеством участников, там по 100, по 150 человек детей. У нас пока все это 5-6 угу. человек, мы только-только начинаем. А вот скажите, пане Олеже, вот вы зароджуете пока еще той коллектив, який будет показывать что-то, так? Будут какие-то хореографические постановки. А, чи є там мета, до якої ви хочете йти? Що ви хочете показати своїми театральними задумами? Можливо, ви вже підпрацювали ідею? Можливо, вже є над чим працювати? Ну, ну от я почав з того, будь ласка, так. І не закінчив. Ми почали зараз балетний спектакль. Ну, балетний – це, мабуть, громко сказано, тому що діти не обладають тою технікою, яка... потом вырастает в балет, ну, да, может, вот назвать спектакль, вот балетный спектакль. Это некое танцевальное такое действие, базирующееся на тех возможностях, которые есть у детей, а у них их пока мало. Но вот мысли, которые, например, заложены в произведении Экзюпери «Маленький принц», вот мы попробуем это сделать так, чтобы зрители поняли, чтобы не было сказано ни одного слова на сцене, а через пластику, через танец, чтобы зритель понял действительно вот всю эту фабулу, всю эту историю приключения маленького принца, его встречи, его любови, его там, чтобы это было понятно. Ну, вот поэтому это называется театр. Да? Угу. Он не ограничивается какими-то концертными номерами, концертными программами. А его цель, основная цель, это полноправный, полноценный спектакль с драматургией и так далее. А, пане Олеже, ви як художній керівник, мабуть, знаєте, з чого починати, чим, над чим працювати над сильною частиною, так, і чим завершувати. Тобто є якась кульмінація, зав'язка, є та частина, коли глядачі, можливо, просто будуть ахнути, будуть дивитись. Так? Це все повинно бути. Драматургія обов'язково. Звісно, звісно. А як ви через рухи це будете показувати? Чи є вже відпрацьовані елементи, над якими ви працювали ще колись, в свій час, наприклад, так, коли танцювали активно? Чи це можливо зробити зараз з тими дітьми, які потрапили до вас у руки? Ну, второе, конечно, второе. То, что я танцевал, какую я техникой обладал, это как бы совсем другая история. Угу. А мы работаем с теми, кто есть. Вот у нас дети, там им по 6, по 7, по 10 лет. И вот, отталкиваясь от того, что они могут, я и ставлю как движение, которое... Вони, які можливі в їх виконанні, ну, так скажемо. А зараз дуже багато в сучасному виконанні якихось таких
незрозумілих руків, тобто те, що не було раніше в класичній подачі. Зараз багато сучасних таких елементів, які не завжди зрозумілі глядачеві. На ваш погляд, це повинно бути, чи це вже ви залишаєте трошки осторонь і відходите від того? Ні. Я хоча і отримав академічне образування, да, і як танцовщик, и как балетмейстер в ГИТИСе, это как бы академическое образование, нацеленное на классическое наследие, на осмысление классики. Но по ходу своей деятельности творческой все-таки я чаще всего уходил от классического, чисто классического жанра, немного в сторону. Я, конечно, не модернист, ну, хотя любитель джазу, джазового. Тобто ви додаєте оці вкраплені, так? А чому саме так? Ви хочете зробити якийсь ривок, так? Ви хочете на щось звернути увагу більшу? Чому ви це робите? Чому ви додаєте до класики щось? Ну, во-первых, класика, вона предусматривает базисная, большой базис. То есть это для того, чтобы танцевать классику, даже иногда не хватает просто хореографического, 8-летнего образования в хореографическом училище. Угу. Танцовщик потом на сцене уже дозревает, доходит, и вот он начинает становиться там более-менее весомым танцовщиком в классическом стиле. А с детьми можно, им можно давать только вот начальную базу, начальную, да, с чего начинается как бы подготовка к классическому танцу, только начать. А заставить их говорить языком классического танца, ну, это нереально. Для этого надо пройти годы и годы и годы. Это очень сложная такая схема. А як ви з ними працюєте? Ви такий суворий вчитель, який каже, ні-ні-ні, це не підходить, ми не будемо це робити. Ви який вчитель взагалі, на ваш погляд? Я плохой учитель. Я всю жизнь работал со взрослыми, там все понятно. Там... Можно вымогать? Ну, там понятно, им понятно, для чего они здесь, угу. Мне понятно, для чего я здесь. И поэтому у нас как бы контакт профессиональный. А с детьми это очень сложно. И мне сейчас, конечно, очень сложно с ними работать, потому что у них своя жизнь, и танец для них не смысл, не профессия, это не хлеб насущный, это не будущее твое. Это просто развлекаловка. Ну, они пришли развлекаться, и у них свои... Там... Ну, можливо, знаєте, вам для чого це потрібно було, так? Як ви думаєте, пане Олеже, якщо вам дісталася зараз доля така після складних часів, коли ви вимагали, коли ви танцювали, коли ви стільки всього вклали в танець і бачили вже результати, які можуть бути, зараз потрапити в дитячий колектив. Тобто це, знаєте, таке випробування для життя. Ну, так повернулася життя, судьба, от, що от треба. Ну, попробую вот с детьми поработать. Не факт, что у меня получится, не факт, потому что очень сложно. А, пане Олеже, взагалі, які ви хотіли би ставити вже номери? От, ну, ви сказали, так, що це Антуан де Сент-Екзюпері буде «Маленький принц», так? А може ви щось ще будете ставити? Можливо, якісь цікаві постановки продумали, можливо, на Новий рік щось? Чи ще рано про це говорити? Рано. Давайте хоча б щось зробимо, тому що я окунувся зараз в неізвісність для себе. Це неізвідана мною стезя, творческая работа с детьми. Дай бог получится. Вот получится, ну, значит, будем развиваться, будем думать о следующих спектаклях. Обязательно будем двигаться вперед, если получится. Надо сейчас просто начать. Хореографія взагалі в світі, от яку зараз переживає таку, ну, яке життя, що зараз з нею відбувається, чи є ті тенденції, які вам подобаються, а що би ви взагалі викреслили з того, що є в світі? Сейчас, мне кажется, как мне кажется, некая такая буферная история в танце, потому что каждые 15-20 лет в танцевальном искусстве происходит, ну, какая-то революция, там появляется новый вид классический, там начиная там, в начале
20 века на смену классики пришел модерн в 20-х годах. Потом появился джаз в Америке, джаз-дэнс, потом контемп. Вот, то есть вот 15-25-30 лет как в этих промежутке какая-то новость в пластике появляется. Сейчас некий такой застой, потому что контемп был давно, он уже, ему уже лет 30, там, да, вот уже лет 30 контемп настоящему, а ничего нового пока как бы нет. Но я думаю, это просто временное. Вот, ничего, через какое-то время появится обязательно что-то новенькое в танце. А сучасні, от як ви до сучасного мистецтва ставитесь? До тих сучасних проявів, які є, які зараз дуже часто з'являються? Ну, мені нравится все, що зараз происходит. Мені контеп очень нравится. Ну, модерн, если у нас мислен, потому что как в любом творчестве есть одаренные творцы, угу. Есть бездарные творцы. Это не творцы, а подмастерья, которые, в принципе, знают технику, да, а не окучивают эту технику божественным талантом. Ну, пане, вот так скажем. Пане Олеже, насправді, це ж так складно. Мало навчитись танцювати, треба ще відчувати танець і передавати його глядачеві. А що для цього треба? От що вам треба було для цього? Чи ви народилися вже таким? Я думаю, что это да, что это, да. В принципе, это дар, конечно, ну, как актерский дар. Мало того, вот мы, у нас же профессия называется артист балета, да? Первое слово какое? Артист. Артист. А никогда в советском образовании, хореографическом, на этом слове упор не делался. Делался упор на слово балет. Вот он должен был танцевать, она должна была крутить эти фуэте бессмысленные, мужики должны были прыгать, высоко вращаться и так далее. То есть все уходило на технику, все внимание уходило, уделялось этому. И вот редкие проявления, там, Плесецкая, Васильев, там, Уланова, когда вдруг она еще и актриса, когда ты понимаешь, что она занята не только танцем, она еще и образ показывает. И ты следишь за этим образом, и она для тебя просто актриса. Но это совершенно не у всех танцовщиков, совсем не у всех. Есть великолепные танцовщики, которые, ну, не дал Бог им актерского мастерства, не дал им вот этого. А без этого никак? Навіть якщо він техніку вивчить. Ну і що? Ну і що? От приходять люди, смотрять на техніку. Ну, і таких багато балетоманів. Для них головне, щоб от вона свертіла ці 32 фуете на одному місці, не упала. Бачите, цьому можна навчитись. А навчитись передавати почуття, ну, це вот тільки я, треба... Я про це і говорю. Так, треба народитись, так, звичайно. З приводу майстерності ми зрозуміли, але ж витримка, витривалість. Терпіння, яке треба, щоб було у будь-якого митця. От як ви думаєте, його треба десь брати звідкись? Чи може треба просто жити, насолоджуватись і все? Ось це терпіння, воно повинно бути? Ну, от танець, це, ну, можна зі спортом порівнювати. От по енергетичній отдачі, да, по фізичній підготовці. И, конечно, безусловно, он требует большого, огромного терпения, потому что постигать эти азы танцевальные у станка, как мы называем нашу эту палку, ну, это станок для фрезеровщика, это железный станок, а для артиста балета это вот эта палка. Это станок, на котором он оттачивает свое мастерство. И ежедневно стоять возле этого станка и проливать этот постоянный пот, и не один литр. Ну вот, например, после «Спартака», я после спектакля, я терял после этого спектакля, ну, 3-4 килограмма. 3-4 килограмма? Да, вот каждый спектакль я терял 3-4 килограмма. То есть становишься на весы, да, 38, ой, там, 78. После спектакля становишься 73-75. Это просто, ну, неимоверно, сколько сил витрачає кожен танцівник, хореограф, митець, я так можу назвати, тому що тут більше, ви більше, ніж хореограф. А вони ж сильні, як я. Це сила в русі, сила в подачі. І взагалі порівнюють навіть зі спортсменами, такі, футболістами навіть, а сильні ноги, сильніше навіть, ніж футболістів. Там не тільки ноги, там ще, якщо це мужчина, то ще партнером має бути.
Підтримки постійні, так. І какие? Тяжело атлетика. А ви зараз як? От в якій ви зараз формі? Чи могли б ви зараз от станцювати? Нет. Спартак? Ні. Ну, какой Спартак? Что? Нет, ну и тем более там после ковида у меня вообще дыхалка никакой. Нет, ну, мы же уходим на пенсию. Во сколько лет? Вы знаете, во сколько лет уходит, какой стаж 35? Работы? 35. Ну, есть артисты кардебалета, у них 20 лет. Они в 18 лет кончают училище, ну и в 38 уходят на пенсию. А солисты, ведущие солисты, у которых была такая... Активно мощная, деятельность. Мощная, да. Они, у них 15 лет стаж. Угу. Они могут уйти там в 33 на пенсию. Ну, понимаете, 33 года. Это же, в принципе, расцвет от жизненный, да? Так, звичайно. Ну, что это такое? Это еще пацан, а да, мне кажется, что могли бы они еще и танцевать, и танцевать. А уже не получается. А уже не получается. А уже нет, не та физика. А уже не поднимаешь. А уже не крутишь. Уже не вертишь. Вот тогда на помощь приходят балетмейстеры, хореографы. Я в свое время... В Москве приехал на гастроли, и такой есть балетмейстер Иржи Килян. Он в Голландии, у них там, но он один из, для меня это ярчайший на сегодняшний день вот, балетмейстерская личность, ярчайший, он номер один. И вот он задумался, он привез на гастроли две свои труппы. Одна труппа профессиональная, обычная такая, ну, средних лет танцовщики, молодые танцовщики. А вторая труппа, он собрал стариков, которые уже не могут танцевать, вот так как вот эти Спартаков, да, не могут они уже поднимать этих девушек, потому что там уже не девушки, там уже такие уже тети, 40-летние. И у них редко кому удается из балерин держать форму вот в этом возрасте, как бы держать форму худенькую. Обычно все, ну, все чуть-чуть набирают. Поэтому их поднимать уже сложно. И вращаться он уже так не может. И он не может уже так прыгать. И вот он собрал таких звезд, вот, людей, которые уже без профессии. Они уже не танцуют. Но они великие были. Да? И он делал для них спектакль. Я сидел на этом спектакле, плакал от восторга. Я просто плакал, потому что как здорово. Они актерски отдались. Они уже не могут так танцевать, но зато как они играли. Ай, пан Олеже, це справді дійство. Ми хочемо побажати від усієї нашої команди вам міцного здоров'я. І справді хочеться подивитись на те творіння, яке вийде з-під ваших рук і вашої майстерності, на тих діточок, яких ви виховуєте. Я знаю, що все вийде, все добре буде. Ви просто дуже так, ну, невпевнено зараз сказали, але я знаю точно, що ви зробите максимум. Максимум, щоб витягнути з тих дітей усе, що тільки можливо. Отож, Олег Ніколаєв був сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо вам, радіємо вам, радіємо вашим успіхам, пишаємось тим, що ви були у нашій студії. І, звичайно ж, будемо раді бачити вас ще у нас в гостях. А ми з вами прощаємося. Дивіться нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. На все добре.